YouTube, привет, всем подписчикам привет. Спасибо, кто подписывается, кому интересно. Сегодня серия про Урал. Будем устанавливать свет. Как видим, лампочки у нас есть. Будем делать ходовые огни. Не знаю, получится, не получится. Может, сделаю на фароискатель. Как можете видеть, я уж не стал процессом снимать. Назад мы уже подключили все. Осталось вот вперед. Вот у нас две фары будут. Сюда и сюда, чтобы светились. Сверху габаритные огни сделаем. И что, ребят, хотел поделиться. Если кто-то может, соберется свет делать, не обязательно покупать микросхему для света, управление светом. Сейчас я покажу. У кого есть передатчик, вот здесь я, передатчики, есть свободный канал. Подключаем плюс-минус. Вот такую перемычку берем. Плюс-минус. Включается передатчик и включается свет у нас. Кто хочет, можно сделать, чтобы постоянно свет горел. Кто хочет, сделать через тумблер. Как, например, вот здесь тут я сделал вот такой, видно, наверное. Вот он, хоп, хоп. Так что такие дела. Сам процесс не знаю, буду, не буду снимать. Штатива нету, одному неудобно, одной рукой, как говорится. Ну а там в процессе покажу, чего как. Следите за каналом, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну а в данный момент мы начинаем разбор нашего Урала. Так, ну что, подключили, смотрим, что как получилось. Поставили теперь у нас типа ксенона, не то чтобы близкий свет был. Включаем, смотрим. Опс, вот так у нас фары светят, вот так у нас теперь сверху светится. Сейчас свет выключим. Посмотрим без света. Ну что, вот как-то так сборка происходит, ребят. Теперь у нас и в кабине все подсвечается. Видно, что происходит. Панелька светится. Правда, не знаю, видно, не видно. Вот она там, где руль. Теперь все подсвечается. Так что такие дела, ребят. Здесь мы тоже сделали. Здесь у нас будет габариты, задний ход отдельно. Это, конечно, покрасится. Так что все в процессе. Следите за каналом, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну а на сегодня пока все.